Золотые, изумрудные и бриллиантовые. В Куровском отделе ЗАГС поздравили юбиляров семейной жизни. Как прожить вместе долго и счастливо, выяснили мои коллеги. Евгения и Олег Сазоновы. Они встретились на автобусной остановке. Такую любовь называют «любовь с первого взгляда». 2 месяца встреч и свадьба. Все так закрутилось, что едва успевали справлять юбилей семейной жизни. И вот сейчас очередной. Их отношениям исполнилось 55 лет. Сейчас мы одни, свободы, как говорится, только все уже доступно. Только было бы здоровье. Да. Сохранились просто как из красной книги. 4 золотых и изумрудных, 2 бриллиантовые. Международному дню семьи в Куровском ЗАГСе для юбиляров устроили праздник. Пригласили 10 семей из города и близлежащих деревень. Поздравить их приехали официальные лица. От всей души хочется поздравить вас с вашими юбилеями. Вы подаете, на самом деле, очень большой пример нашему молодому поколению вот своей жизни в браке. Хочется всем пожелать здоровья крепкого, конечно же, вам, вашим семьям, вашим родным и близким, удачи, успехов и всего самого наилучшего. Поздравляю с праздником! В чем секрет их отношений? У юбиляров ответ общий. Надо беречь друг друга, уважать и уметь прощать. Старшее поколение особо чтит семейные узы. Они привыкли чинить, а не выбрасывать. Плохо было, хорошо было, всячески было. Но семью сохраняли, старались сохранить. Я с ней всегда согласен. Она права, не права, да. Всегда права. И все. Он промолчит, но сделает по-своему. Да, и все. Самое главное, так надо делать. Все пары получили приветственный адрес от губернатора области Андрея Воробьева. Расписались в книге «Юбилейные свадьбы». С каждым годом страниц в издании становится больше. Как отметили сотрудники отдела ЗАГС, традиция чествовать юбиляров будет продолжена.